игры. Здесь проезжаем. Сюда налево. Ускоритель. Чекпоинт взяли. Да, ё-моё, не дает проехать, смотри, все. Что ты будешь делать? Да, игра забагована. Игрушка забагована с этими вонючими штуками. Видишь? Не могу проехать, все тут. Идем домой. Давай, 15 уровень. А, он так у нас не откроется, да? А что такое Coming Soon? Он не работает. Давайте тогда сыграем в 10 уровень. Возьмем другую машинку. Вот эту лучше. Давай сделаем. Раза, три, четыре, пять. Скорость, двигатель и нитро. Все, поехали. Так, здесь у нас крутой спуск. Опа, получилось. Так, опять эти штуки стоят. Да что ж ты будешь делать-то, а? Опять не могу проехать, да? Это у нас 10 уровень. Такой же забагованный 10 уровень. Давай возьмем 12 уровень. Тачку возьмем. Давай вот эту купим. А, не хватает денег, фига себе. Мы поехали на нашей синенькой машинке. Так, этот поинтереснее будет уровень. Так, здесь проезжаем. Нитро. Так, и тут опять эти вот шипы, да, стоят? Так, что ты будешь делать? Ну, забаговано все. Ну, давай шестой возьмем уровень, там-то нету забагованности. Поехали. Здесь вроде бы нормально все. Сейчас мы этот уровень проедем. Молотора стоит. Так, чекпоинт. Так, покрасили машинку фиолетовый цвет опять-таки. Тихо-тихо-тихо, едем обратно. Так, здесь сейчас будем ускоряться. Вот, здесь надо нам ускориться. Есть. Покраска. А либо это не покраска, либо это замена автомобиля. Произошла. И финиш. Ох ты! Вылетели мы. Так, next. Дальше. 14 уровень. Выбираем машинку на 7000. Давай возьмем маленькую какую-нибудь. Самую маленькую. Ну, вот эта вот маленькая же, да?
Да, мы ее сейчас купим. Малышку улучшим нитро. И улучшим двигатель. Все, поехали. Может быть, она там проедет. Где у нас там проехать невозможно. Volkswagen, да, у нас малыш? Volkswagen Жук. Да ёлки-палки, ну ты подумай, а. Ну как так забаговали игру-то, а? Как так можно было ее забаговать, не знаю. Вот этой штукой своей. Все, там стена какая-то, и все, не проехать не можем. О, видишь, стена. Ну, как-то так, дальше не имеет смысла играть, как бы я играть не буду. Забагованная игрушка. Ну, так прикольная игра была, классная, мне понравилась. Ну что ж, друзья, ставьте лайки обязательно под это видео, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Кейптаун, полуостров. Нифига себе, львы какие стоят. Все, едем. Так, жетоны. Жетоны. Какие-то пушки непонятные стоят. Так, Волга. Ты что здесь едешь так медленно? Я тебя сейчас вот так вот. А! Надо было туда подбить. К ограждениям. Так, осталось два круга. Да опять это Волга, смотри, что творит. Что она делает? Так, ну трасса вроде бы. Карта маленькая, не сильно длинная. О! Бензинчик. Так, а мы ускоритель ни разу, да, не пробовали. Давайте попробуем ускоритель. Все, последний круг, ребята. Ох ты, еще и перевернулся я. Так, все, последний. А, у меня все, ускорителя нету больше, ну. Печально, печально. Ну, о, бензин, давай. Пятым. О, нет. Так, я не приеду первый. Да, седьмой приехал. Минута 41 секунда. Все, поехали дальше, давай. А, дисквалифицировали меня. Еще раз. Еще раз давайте попробуем. Что себе. Дисквалификация была. Сейчас наловчимся на этой карте. Во! Это мне Волга здесь будет мозги компенсировать. Так, все, вроде бы я проехали. Тихо-тихо-тихо, главное не врезаться. Бензик. Так, а вот здесь. Где вот здесь? Вот здесь будем ускоряться. А-а-а! Повороты. А-а-а, фишечка лежала. Не успели мы фишечку забрать. О, да ё-моё, вы чё дурачки там стоите? Ну всё, это последняя у меня турбо была. Да ёлки-палки. Угу, всё, нет турбо. Последний круг, мы едем седьмыми. Шестыми, пятыми, четвертыми. Так, перед этого гада бы, блин, как не обогнать бы еще. Есть. Пляжи ждут. Теперь уже мне нравится. Есть, какое место? Третье. Новый рекорд.
Ну, конечно, это не первое, не второе место. Только третье. Тоже весьма неплохо. Хорош. Так, едем дальше. Кейптаун, ритуал. Это что-то новенькое. Здесь я еще не ездил. А вы что там, мам, мешаете мне? Кыш. Кыш оттуда. Да ё-моё! Вы хотя бы на одной полосе ехали бы. Каждый едет на какой хочет. Да, резкие повороты, я ничего не могу сказать. Рисковато все здесь. Солнце близится к закату. О, какие повороты здесь рискучие, а? Так, второй круг. А мы едем только седьмым, да как так? Все, турбо у нас больше нету. Ну же! Давайте, мне нужно себя обогнать, а не помогать тебе доехать. О, третий. Уже хорошо. Блин, последний круг, да как так? Я уже думал, это последний. Блин. Надо... Так, все, едем третьими. Может, даже вторыми. А, нет, это просто чувак какой-то ехал. Нет, этого нужно догнать. Вот он. Блин, я его не догнал. Третье место всего лишь. Ну ладно. Тоже хорошо. Третье место.